Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, зрители, подписчики моего канала. Хотелось бы поздравить всех с минувшими праздниками, пожелать всем всех благ в новом году. Сегодня мы с вами поиграем в Darksiders War Mastered Edition. В конце прошлого года вышло переиздание первого Darksiders, вот, собственно, хотелось бы порулить в какой-нибудь слэшер. И вот, собственно, Darksiders мне попался на глаза. Я бы с удовольствием для канала и записал Devil May Cry, но, к сожалению, Konami такое Konami, поэтому для YouTube оно не предназначено. Давайте-ка насладимся замечательной игрой еще раз. Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the Council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the Council's enforcers, a fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The Council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named, the Kingdom of Man. By order of the Council, a truce was forged between heaven and hell. The Great Pact was bound by seven seals, to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the End War, a battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Мне, кстати, довольно-таки нравилась русская озвучка в первом Darksiders, но многие ее не оценили. Напоминает, кстати, кадры из прототайпа первого. Вот вообще прям. Так и начался апокалипсис, собственно. Демоны с ангелами схлестнулись в неравной битве. И пришел один из всадников по имени Война. Ты
Не, ну игрушка стала посвежее, я не так давно смотрел, собственно, оригинальную. Игрушка стала малюха посвежее. А какой кнопочкой там? Ну ладно, ладно. Апокалипсис, суки. Нравится. Вы что, охерели, петушки? Но ты теряешь понемножку силу, друг мой. Ага. Альтом у нас шифтится. Облок как? Так, F это фокус. Shift это временный фокус. Облок-то как, япона мать? Врывная атака, да хер его знает. Какая громкая игра. Да, сука. Не получается у меня что-то лечиться. Жаль, у меня, кстати, нет геймпада. Было бы поприятнее играть в это все дело. А во, нашел. О, смотри. О. И пути назад, собственно, нет.
хватает какого-нибудь шифта. Короче, апокалипсис в полной мере его намай. Демоны, ангелы, вертолеты, хаос. И посреди всего этого дерьма всадник по имени Война. Я прям поэт. Нахер. Энджелсы. Я могу шифтом приблизительно наводиться. Ну не очень удобно, игра сделана под геймпад. Куда ты летишь, петушок? О, Абадон. Короче, чудо ангелы явно уступают. Impossible. Абадон. What is this? Where are my brothers? This cannot be. The final seal. My lord! How did this happen? Короче, у Авадона там своя атмосфера, я так понял. The seventh seal was not broken. Abaddon! А дестройер-то уже тут. What in heaven's name have you done? I answer the call. Привет, мой свет. Ха-ха-ха.
тебе в личико, сука. Ну-ну, давай. Ай-яй-яй. Ёбаный ты ублюдок. Ну чё ты? Всё? Дебил. Давай попроще. О, глазик. Ну и как вы понимаете, войну мешают силы. Тунц. И все. Law has been broken. And so have you, horseman. Ну да, типа того. Horseman, you forget the law. No call was given, yet the destroyer marched, and there you were found, under his black banner, if the claims are true. To hell with your claims. The seals were broken. I was summoned. Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The seven seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact. There was no call. You aided the Dark Ones, broke a sacred covenant that has doomed mankind, and threatened the balance. Do you deny it? When I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, horseman. You will be punished. I serve only the council. Only the balance, as the horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the destroyer's armies? You are powerless.
Then I will fail, and the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth, but you will be watched. Come forth. Remember that, or I will really get under your skin. Enough! Rise, war, and arm yourself. Кроме этого всего, нас еще и обвинили в том, что мы начали войну. Это, по-моему, прекрасно. Где мой меч? Меч войны. Пожирающий хаос. То, что нужно. Легендарный меч войны, лишенный былой силы. Подземные клинки. Скилл ярости. The souls of the dead will be your currency. Some enemies are more easily bought than killed. Я понял. Души. Души — это валюта местная. Seek the demon Fulgrim. Few can afford his services, but perhaps you can strike a bargain. The council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the destroyer's favor. Fulgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Что произошло-то? Меня отправили на землю, я понял. Ну, судя по постройкам, прошла не одна сотня лет. Looks like our trajectory was a little off. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? Пошел ты нахуй. Good boy. Озорник, блядь. Кстати, голос Вулгрима мне кого-то... Не Вулгрима, а этого надзирателя, он мне кого-то напоминает. Не могу понять, кого. Кого-то убила. Hmm.
А вот это, видимо, остатки человечества отдыхают. Короче, тут не только ад на земле. Тут еще и зомби-апокалипсис какой-то демонический. Ой. Why don't you introduce yourself? Да уж. Здорово, пацаны. Кого я тут потерял-то? Короче, насколько я помню, зеленые души — это здоровье, синие — это как раз таки наша валюта. Что-то в таком духе. Демон. Что-то бомбануло. Свечение рукавицы. А, типа, когда она светится, можно добивать. Я понял. Но сейчас вот она не светилась, а я добил. Так, в смысле? О-о-о, прикольно. Ой, да куда же ты прыгаешь, наркоман? Всего лишь пытался вылезти. Ну что за дела? Или мне вниз? Да нет, вряд ли. Да отвалите вы, аптечки. Что ты там угораешь, падла? А, вот что он угорал. Это здоровье, да? Да. Прикольно. Пойдем дальше. Можно двигать предметы, прекрасно. Но бить по ним, видимо, нельзя, да? Ну ладно.
и как бы хер с ними. Все трясется, все идет по пизде. От мира людей не осталось ни хренища. Да ё-моё. С наводкой беда. Ну, в смысле, как беда? По-прежнему. Все по-прежнему. Графика не сильно изменилась на самом деле. Да, текстурки стали получше с тех времен. Но графика изменилась не сильно. Да вы чё? О, дерьмо, демон вылез. Здорово, ёпта. Ты чего? Канула в лету. А, ну вот, все. Пиздец тебе. На самом деле прикольный слэшер, но он маленько устарел уже с тех времен. Ну да ладно, фиг ли тут поделать. Все-таки переиздание, причем переиздание далеко неплохой игры, с довольно интересным сюжетом и неплохой боевкой. Тут огромное множество разных комбинаций, не сравнить, конечно, с теми Мейкраями, которые мы все так любим, особенно третью часть. Но тем не менее, игрушка очень годная. Да и вторая часть там про всадника по имени Смерть. Тоже прекрасная история. Могу сказать одно, абсолютно точно. Игра изменилась в лучшую сторону. About a century, long enough for the last of the mouth breathers to die off. Прикол. Then, the third kingdom is lost. То есть люди вымерли. Хуёво, что я могу сказать. Что там, Вулгрим угорает? Subtle. Ну да. I almost didn't hear you coming. Вулгрим. The council finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed. Or this shall be the briefest of introductions. Hmm.
There were a few young ones. Spectacular. You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Feed my hunger. And I'll feed your curiosity. Ну, в общем-то, вот так вот мы и начинаем данное путешествие. Игрушка изменилась, как я уже говорил, в лучшую сторону. Да это прекрасно, на самом деле. Я, правда, не знаю, сколько она стоит. Потому что я вот просто скачал ее. Но, тем не менее, как очень неплохо... Куда ты пошел, сука? Как очень неплохой слэшер. Да, но туда мне не забраться почему-то. Почему бы это? Ну ладно. Обидно, досадно, но хуй с ним. О, кто-то вылезло. Что-то вылезло там. Говно какое-то. Сейчас мы его это ушатывать. Блок. Да спасибо, я в курсе. Я уже и без блока разобрался. Вот на ту херню мне надо было блок использовать, а сейчас мне не надо. Что-то ты вулгарим дохуя хочешь, не? Не показалось? О, мой жирный друг. А, бомба Лейла, да? Зацепил, сучара. Да опять, да что ж ты будешь делать-то? Урось! Отправляйся, сука, в ад. Где тебе собственное место? Тут у нас здоровичка. Кейсик со здоровичком, это немножко не то, что мне надо. А вот она. Ха-ха-ха!
это тоже кейсик со здоровечком. А вот и все, Вулгрим, давай сюда свою сардельку. Что ты там спрятал? We have enough souls to feed Volgrim's hunger. Now, maybe he'll feed our curiosity. Такое чувство, как будто ты, сука, не знаешь, о чем идет речь, да? Тварь крылатая. Ой, я проходил эту игру на самом деле довольно давно. Тоже на клавиатуре ебался, блин. Немерено долго, но было весело. But with this, you may reach an understanding. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say, a threat. You will find, he is no friend to the Destroyer. Seek me out when you've gathered more souls. I will make it worth your while. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка на этом, пожалуй, закончим, собственно, наш такой обзор по игрушке в Darksiders. Переиздание, Warmastered Edition. Замечательно было опять побегать, вспомнить это все. Очень хорошая, качественная игрушка. Плюс вот текстурки малеха завезли. Она и раньше смотрелась-то неплохо, но сейчас будет получше. Заметно, заметно, что очень устарела. Но, тем не менее, она играбельна и очень-очень хороша. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.